Ребят, мы все еще на Банифесте и находимся на базе семеновских бань. Это каркасные бани. О них нам расскажет их производитель Александр. Всем добрый день. Мы компания «Семеновские бани». Я Александр Большаков. Сегодня мы представляем вот такой модуль. Размер его где-то 6,30 на 2,40 и высота. Именно обратить внимание на высоту. Высота его почти по 3 метра, 2,90. Большой модуль. Вовнутрь давайте заглянем, посмотрим. Потрясающе. Внутри комнаты отдыха, в общем, где можно расположиться, выполнена она из... В ольхе? Да, все в необрезной ольхе. Панно из можжевельника. Такой декоративный. Есть также бойлер для нагрева воды. Светильники, все подсвечивается, здесь душевая система, тропический душ. И насколько я заметил, здесь баня также выполнена на основе печи Hard от компании Stahlmaster, правильно? Да, здесь стоит Stahlmaster Hard, 18-я модель, уже подобрали специально под объем парной. 18-я. Пойдемте в парилку и заглянем немножко сюда, посмотрим. Здесь только что проходили парение, поэтому все свежо, все ароматы, температура, влажность, такие достаточно хорошие кондиции. Здесь подделки тоже... Тоже ольха, да, тоже необрезная ольха. Все, полки ольха, пол с подогревом. Массивные такие полоки тоже из ольхи. Да, изготовили специально такие вот фирменные желоба. Насколько я знаю, их изготавливает компания Stahlmaster. Да, их тоже компания Stahlmaster, просто с моей стороны было там дизайн, ну, в общем, конечно, совместная работа, так сказать. Да, потому что он отличается от базовых вариантов. Да, 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 отличается. Полы все с подогревом здесь. Здесь подогрев, там подогрев. Скажите, приблизительную стоимость этой каркасной бани, ну, хотя бы здесь то, что есть на бане. Ну, то, что здесь есть, стоит 1 950 000. Такая баня. И да, также можно показать, здесь есть вентиляция. Все аксессуары. Да, все аксессуары. Вентиляция, здесь лейка, там полок сполоснуть, полы помыть, воды налить. Также есть второе дыхание, система. Система второе дыхание, да, тоже от компании Stahlmaster совместно с Woodson. Также форточка у вас, и смотрю, что форточка пластиковая. Да, форточка пластиковая. Многие как-то негативно относятся, но я знаю, например, что Олег Евгеньевич Рябиков у нас из Саратова, у него стоят пластиковые форточки, и они вполне хорошо себя справляются, поэтому я думаю, да, проблем с ней не будет. Здесь температура до 100 не нагоняется, то есть что-то на данный момент 60, ну влажность поднимем до 40 и... В принципе, вполне. И они в такой стилистике под дерево сделаны, поэтому да, они в ламинации выделяются. Еще отмечу, что здесь очень классные двери стоят. Три петли, это такой премиальный сегмент, это Dorward, да? Да, двери Dorward, премиальный сегмент, да, здесь стоит дверь. Эти двери не провисают, очень оригинальная также ручка. Также логотип нанесли, но, правда, не Dorward сделал уже, сам я обычно. Поэтому и здесь внутри я вижу обливайку, айсберг. Да, здесь стоит айсберг, тоже от компании Stahlmaster. Вот это на 25 литров. Грандиозная вещь, и поверьте, она очень сильно отличается от тропического душа или от лейки. Ощущения после такой вещи гораздо более такие яркие, что ли, получаются. Делаете ли вы какие-то авторские проекты помимо готовых вот размеров, или сейчас пока только вот? Ну, сейчас пока только это единственный пока проект, но я думаю, в дальнейшем это все в серию пойдет. Ну, соответственно, только будет размерами играть. Ну, вот. Сайты. Да, сайты есть в banisemenov.ru. То есть по этим, по электрике. Электрика вся на 24 вольта и сделана высокотемпературным кабелем. Все максимально безопасно. Ну да, все по безопасности. Ребят, ссылки на семеновские бани я обязательно оставлю в описании, где вы сможете зайти на сайт, с ребятами познакомиться. А заказать печки, такие как стоят в семеновских банях, Hard 18 от компании Stahlmaster, вы можете у нас в магазине. Поэтому ссылку на эту печку я тоже оставлю внизу под описанием ролика. Подписываемся на канал, ставим большой палец вверх, не забываем, что будут еще новые классные видео с Банифеста. Всем пока!